Знаменитый писатель Куприн так говорил о Гатчине. Не знаю, как теперь, но в мое время, лет 10-15 назад, в Гатчине крепко жила легенда о призраке императора Павла. Потомки старых гатчинских родов не сомневались в том, что тень покойного государя показывается иногда во дворце. Видели также многие забыватели этот гатчинский призрак. Герой рассказа Куприна «Гатчинский призрак», смотритель гатчинского дворца по фамилии Заяц, не верил в потусторонние силы и во все эти слухи. Однажды он оказался заперт в здании на ночь и, не дождавшись помощи, остался на ночлег в одном из парадных залов. К нему явился призрак государя Павла, потребовал отчета обо всем, что происходило в тот момент в стране. Зайцу пришлось держать ответ. Поговаривают, что после долгих лет реставрации Гатчинский дворец вернулись тени прежних хозяев. Хотите их встретить? Добро пожаловать в музей-заповедник Гатчины.